Археологи обнаружили на Фонтовской горе уникальное захоронение. Предположительно, оно относится к средним векам, но сильно отличается от аналогичных. Тело человека было погребено без каких-либо сопутствующих артефактов в пустой могиле. Ученых удивило и то, что рука погребенного была отсечена от тела и лежала рядом. Кроме того, вплотную к захоронению обнаружили останки лошади. На этом участке Афонтовской горы археологи работают уже 2 месяца. Раскопки должны завершить к концу октября. Впоследствии здесь пройдет дорога. Этот пятачок земли подарил им массу интересных находок из разных эпох. Здесь обнаружили очаг эпохи палеолита, ему 12 тысяч лет, а также много керамики и железных наконечников из более поздних времен. Останки из захоронения передадут антропологам для дальнейшего изучения, и возможно, что те раскроют тайну находки. Монголоид. Значит, предположительно, все-таки мужчина, хотя вот более точно мы сможем сказать только после того, как антропологи поработают с черепом и с костями. Вот где молодой человек чистит, там, скорее всего, сейчас лежит рядом конь. Да, в яме, потому что мы вот вчера начали чистить там пятно и пошли кости коня. То есть, возможно, что он был погребен с конем. Вот. И, возможно, даже тут какие-нибудь боевые действия происходили.